Все верно. И вот такого парня нокаутировал жесточайшим образом Икшимура. Бойцу 37 лет, рост 182 сантиметра, вес 92,8 килограмма. His professional record – 15 wins, 4 losses. Его профессиональный рекорд – 15 побед, 4 поражения. His Brazilian Jiu-Jitsu specialist representing Rio Grande do Sul, please welcome Luis Carl Fernando! And his opponent fighting into the red corner. Его соперник в красном углу. He's 28 years old. He stands 180 centimeters tall. Official weight 93.5 kilos. Бойцу 28 лет. Рост 180 сантиметров. Вес 93,5 килограмма. Professional record. 14 victories, 5 losses. Профессиональный рекорд 14 побед, 5 поражений. He's MMA specialist, ladies and gentlemen, representing Ashgabat, Turkmenistan, Davletshan, Yakshimurhoda! Ну вот, кстати, несколько выкладок Луиса Фернандо Миранда по прозвищу Халк. У него 15 побед, 4 поражения, ему 37 лет. И поэтому его рост 82 сантиметра, он представляет команду Elite Thai MMA Team. Или Team Hulk MMA, у него собственная также команда в Бразилии из Рио-Гранде, Рио-Гранде де Сул. И, кстати, три последних его боя в послужном списке, в его профессиональной карьере, они были закончены собственными победами Фернандо Миранды. И эти победы были все досрочные, причем все сабмишены. Причем два из них рычагом колена. Да, рычагом колена. Напомню, это в свое время, кстати, Олега Токтарова, один из любимейших, был приемов. Совершенно верно. Да, ну и в том числе Родриго Массель был повержен также именно приемом. На ногу. На ногу, да. В том числе были еще до этих трех побед три поражения к ряду. Причем два из них были нокаутом, техническим нокаутом. И Эдисон Лопес в турнире Чикики Бразилии в 2015 году как раз техническим нокаутом, тогда бой был остановлен доктором во втором раунде, и Эдисон Лопес одержал победу над Луисом Фернандо Мирандо. Ну и мы увидим с вами сразу, что такая не сформирована ударная техника у этого бойца по прозвищу Халк, и при этом, конечно, он является истинным специалистом партера в грэпплинге. Там он может, если смотрите, справа очень жесткая, и Икшимурода продолжает свою победную нокаутирующую постую. Да, но это было блистательно. На встречу. И опять же, да, вот мы говорим о том, что нокаутировать соперника на отходе, это нужно обладать техникой соответствующей. Отчасти мне напомнил этот эпизод, когда наш друг как раз Верду Фабрисио побежал у себя дома в Бразилии, потом я с ним разговаривал долго на эту тему, он мне подробно объяснял, что произошло в тот момент с ним против Стипи Миочи, и Стипи тогда нокаутировал его на встрече. Вот так скоротечно завершился этот бой. Очень явно, конечно, так без ног, потеряв ноги, отпрокинув вперед корпус с руками, пытался в атаке настигнуть как раз Луис Фернандо Миранда, своего оппонента из Туркменистана. Вот сейчас флаг Туркменистана мы как раз и видим. Икшимуродов. Напомню вам, что смешные единоборства запрещены в этой стране. И при этом, как, кстати, и в Узбекистане, в этих двух республиках. И при этом Икшимуродов так очень славно несет флаг в собственных руках победоносно своей страны. Дамы и господа, рефери Херб Дин остановил бой через минуты и 3 секунды первого раунда. Your winner by technical knockout, Давлетшан! Да, технический нокаут, более точное официальное решение уже судей по итогам этого. Фернандо Миранде, который прибыл так, ну, практически на коротком давлении. Давлетшан, поздравляем с победой. Очередной бой в ICB, очередной финиш. Поделись своими ощущениями. Во-первых, салам алейкум всем. Очень приятно. Был в гостях уже 2 недели, как чеченский народ очень гостеприимный, очень хорошо приняли. Низкий поклон вам. Спасибо большое.
И хочется спасибо сказать моим землякам, которые приехали, всем туркменам. Спасибо тоже большое, я чувствую вашу поддержку тоже. И, конечно же, родители и Всевышнего, спасибо им. Про ACB. Организация очень крутая, мне очень она нравится. То есть все здесь, все условия есть. То есть я думаю, да, лучше в мире организация. Я не побоюсь этого слова. Лучше в мире организация ACB. Мне приятно, что я здесь дерусь и буду драться. И очень большое спасибо хочу сказать президенту Лиги ACB Майрбек Хасиеву. Спасибо большое за предоставленные сборы. Спасибо большое. Ты должен был биться с чемпионом. Так вышло, что он выбыл. Скажи, как тебе удалось сохранить мотивацию и с голодным взглядом выйти на поединок против совершенно другого оппонента? Ну, как бы после Германии недавно еще предложили бой. Как бы это моя мечта завоевать титул ACB. Травмы у всех бывают, то он тоже человек, он тоже, ну, и у меня может быть, и у него. Так что, скорее всего, выздоровление ему. А готовился на бой, ну, если ты претендент на титул, тебе без разницы с кем драться. Я думаю, должен проходить, вот и все. Ну и ты по-прежнему наверняка заинтересован в титульном поединке. Может, что-то хочешь передать своему оппоненту, чемпиону? Во-первых, да, конечно. Я же говорю, это моя мечта. Слава Богу, Всевышний все дает, что мечты сбываются. А сопернику, надеюсь, ну, скорее всего, выздоровление. Все, ничего еще. Кроме уважения, ничего такого. Я добрый человек, я всех своих соперников уважаю. Кстати, Луис Фернандо тоже очень спасибо, что он согласился на замену. То есть, благодарю всех. Поздравляем с победой, Давлетжан Икшимурадов. Аплодисменты. Парень из Туркменистана. Давлетжан Икшимурадов. Действительно. Yeah.